Тебе, Господи, слава Тебе. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославить Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же и жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя, самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. И ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истинность, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отцем си от всей души, от всего помышления нашего отцем. Господи, помилуй. Отец наших, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Господи помилуй. Еще молимся православным епископам Российской Церкви, Господи нашим высокопресвященнейшим, митрополит Иларионе и все его Христе, братья наши. Господи помилуй. Российские правители и православных людей в Отечестве, в России несущих и о спасении. Господи помилуй. Всем во Христе, братстве наше. Господи помилуй. Молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриарших православных, и прежде почивших отцах и братьев, здележащих и повсюду православных. Господи помилуй. Не хотя и смерти грешных стоят, обратитесь и живым быть, и пощади, и помилуй, Господи. Болящих работают Игнатий, Сергий, Игоря, Валерий, Татьяна, Любовь, Александра, Валентины, Анна Валентина, Раиса, Валентина, Тамары, Ольга, Галина, Нионила, Антонина, Мария, Юлия, протоиерея Дионисия, Романа,